поездке все готово. Билеты, все на рука. А все вопросы с места жительства в Москве, все уже это самое, остается выполнить задачу, отвезти Владимиру Владимировичу 70 тысяч фунтов и сдать в администрацию президента с просьбой Владимира Владимировича идти на второй срок в 2018 году. Посещение других деятелей оппозиционного характера тоже предусмотрено. Явки в роли адреса известны, но в первый день мы сдадим подписи. Так что я надеюсь, сил у всех хватит. Давайте, старайтесь не болеть, если что. И поедем неспешненько. Я думаю, нас никто не остановит. Правильно? Лучших бойцов Путина не от и никто не остановит. Отряды Путина форе.